О том, что спорт есть мир, напомнили сегодня и казанцам. В музее ИЗО собрали живописные полотна, графику, скульптуру, фотографию и плакаты по теме. А заглавили все это знаменитой строкой из оды Пьера де Кубертена «О спорт, ты мир». Маргарита Петрова оценила экспозицию одной из первых. На трех этажах галереи организаторы разместили больше 200 работ. Предлагают публике самостоятельно проследить, как менялись вкусы, стиль, подход живописцев. Так весь первый этаж буквально кричит: заниматься спортом. С целеустремленными советскими лицами, с рекомендациями, например, как встать на лыжи, с отчетами о первом всероссийском кроссе профсоюзов, который прошел в январе 1939 года. Это плоды труда живописцев Москвы и Ленинграда начала прошлого века. Собрать их помог Союз спортивных художников России. Спортивная тема была востребована в изобразительном искусстве, вообще в культуре, потому что существовал госзаказ. Сейчас, к сожалению, государство, так сказать, не совсем лицом повернуто к изобразительному искусству и культуре, поэтому госзаказа на спорт нет. Поэтому не каждый художник будет просто вот для себя рисовать спорт. Потому что, например, пейзажи покупаются лучше, объясняют творцы. Выставку из-за дефицита спортивных полотен собирали по всей России. Зато все написано по велению души. Вот серия, посвященная играм на Сабантуе от Шамиля Шайдулина. На первый взгляд абстракция, на самом деле борьба духа и тела. Но тех, для кого спорт именно профессия, на полотнах все же больше. Мне понравилось само ощущение, что это молодые девочки, вот они все как бы не само движение, а вот как вот они сосредоточились, вот это вот их образ, то есть вроде молодые девочки такие, то есть маленькие, они вот уже взрослые, то есть для них уже этот, ну, сами знаете, что такое спорт, это тяжелый труд. Для выставки художники порылись в своих архивах. Вот, например, спортсмены Татарии от Зуфара Гимаева. Это 1979 год. Рядом представитель уже 21 века. Также разнообразная техника. Уголь, карандаш, мозаика. Из нее это эстафета. Олимпийцы Зураба Церетели – это эмаль в цвете. Скульптура в основном из бронзы. Призывная, как лучница. Забавная, как ласточка. Есть даже фото. А в целом все об одном. Мгновениях чистых побед и гимна спорту. Маргарита Петрова, Андрей Мохов, ТНВ, Казань.